Здравствуйте, это компания Viva Telecom, и мы сегодня вам представим необычное решение по мачте. Это мачта для оперативного развертывания, можно назвать ее мачта тренога, то есть она устанавливается, грубо говоря, как штатив для каких-то фотокамер, видеокамер, но конструкция у нее более мощная, соответственно, вот у данной модели STMT-38 полезная нагрузка составляет до 12 кг, есть еще модель STMT-57, она у нас тоже на сайте есть, она до 15 кг полезной нагрузки несет. Сама мачта, ну или мачта тренога весит около 10 кг с боли. Сейчас разберем, тогда покажем, как, ну, что входит в комплект и как она собирается. Начинаем. Так, ну смотрите, по поводу сборки, да, идет вот две таких трубы, соответственно, в STMT-57 то трубы эти потолще, и, соответственно, нагрузку они выдерживают побольше. Соединяются между собой звенья вот таким образом. Единственное, знаете, вот смотрите, отверстие сквозное, да, я никакого болта не вижу, чтобы закрепить эти две трубы между собой. Вот этот вот болт можно использовать сюда, да, его закрепить, но тогда устойчивость как бы самой трубы, ну то есть либо ее в землю тогда втыкать, да, и ослабить вот эти болты, либо все-таки, мне кажется, надежнее сюда будет установить вот таким образом эту трубу в болт, да, и вот здесь уже затянуть, соответственно, ее. Здесь все тоже, естественно, затягивается дополнительно. Вот эти ножки, смотрите, ножки сними. Они ходят, то есть можно на какой-то и конек крышу установить, то есть под наклоном. Соответственно, все будет стоять достаточно устойчиво. Ну, вот такая вот тренога. Сколько? Высота где-то тут 2,5 метра получается. Даже, наверное, у меня рост 1,74 м. Ну, да, где-то, наверное, 2,5 примерно. Собирается она. По поводу вот этой комплектности я задам тогда вопрос все-таки для крепления. Ну и, соответственно, на ножки, на сами тоже отверстия вырезаны, как вы видите. В комплекте никаких дополнительных крепежей не идет для крепления горизонтальной или наклонной поверхности. Но вот такое устройство, для чего его можно использовать? Во-первых, можно закрепить, естественно, антенну штыревую, либо направленную. Можно параболические антенны закрепить. Можно какую-то систему освещения закрепить. Можно какие-то тяжелые видеокамеры, например, закрепить. Ну, то есть, вариантов применения очень много. У нас же самое применяемое, это, естественно, для оперативного развертывания какого-нибудь репитера, например, да? Сюда на мачту поставили штыревую антенну, подсоединили репитер, все стало рабочим. То есть не нужно не искать никакие деревья, ни какие-то большие мачты монтировать, да, их каким-то образом закреплять. Треногу эту раскинули, затянули болты, все, мачта готова к работе. Все, у кого вопросы есть, задавайте их в комментариях. Это Viva Telecom. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем доброго, до свидания.